Ура! Посылочка от Василька пришла. Не терпится распаковать уже. Всем привет, мои хорошие! Наконец-то пришла посылочка Василек. И очень много интересных вещей я там заказала. Во какая огромная! Сейчас я ее распакую. И мы посмотрим, что у нас там лежит. Во! Сколько вещей всяких. Я уже не все помню, что я там заказывала. Что-то помню, что-то нет. Мне поэтому не терпится, как любому человеку, как любой женщине, покупочки рассмотреть. Ну что, обязательно маску они выкладывают, прикладывают. И каждый раз мне приходит масочка разного цвета. И что здесь интересно еще? Вот теперь она на резиночках. Она не настолько будет... Ну, бывает иногда маловато, бывает большая. Вот это то, что нужно. Каждый раз все лучше и лучше маски шьют. Уже просто маски идеальные стали. Ну, спасибо за масочку Васильку. Так, ну что, девочки, первым делом, что у меня здесь? Так, первая вещь, которая ко мне пришла, это сорочка облачко, стоит 280 рублей. И это вот, когда жарко, я говорила уже вам, я люблю по дому ходить, чтобы вот такие тоненькие были бретелечки, ну и спать тоже в ней удобно, или просто так вот ходить по дому. Легкая такая вещь трикотажная, и чтобы не жарко было, вот она такая на бретелечках. То, что нужно, ой, то, что нужно, то, что я люблю. Вот такие сорочки просто, вы знаете, я их занашиваю прям до самого, знаете, до нуля уже. Вот, ну приятный цвет вот здесь вот просто... Это вот бирюзовый цвет, да, получается. Ну, мне очень нравится. Несколько пуговичек, простой крой, обычный такой пошив прямой. И все. Качество швов очень хорошее. Мне вообще качество Василька нравится. Я всегда беру, покупаю вещи из Василька. И у меня, в принципе, весь гардероб, можно сказать, уже из Василька состоит. Ну что, давайте посмотрим следующую вещь. Заказала я вот такую вот водолазочку, вот такого цвета. Ну, вы знаете, некоторые вещи летние у меня их как бы уже достаточно, но если мне попадается вещь, которая мне прям вот понравилась, и я уже знаю, что лето заканчивается быстро, наступит осень. И тогда я покупаю уже вещи, уже, знаете, как сани готовьте летом, да? Ну вот и я так. Вот, я взяла вот такую водолазочку, трикотажная водолазка, это хлопок. Мне нравится, что это не синтетика. И вот здесь вот такой вот воротничок, не тот, что нужно подворачивать, а вот он такой. То есть горлышко будет прикрыто, и в то же время вот не будет сильно тут горло закрывать. И мне, вы знаете, вот расцветка понравилась именно вот такой водолазки. Она какая-то вот яркая, но мне кажется, вот это мой цвет. Если одеть сверху кардиган, хотя бы вот серенький, как у меня есть, или какой-нибудь темный, черный, любой, в общем-то, кардиган, мне кажется, вот подойдет эта водолазочка к этому кардигану. А вот, так что вот такой вот цветик я заказала. Абсолютный хлопок, абсолютный хлопок. Вот такая ткань, и даже вот я чувствую на ощупь, да, просто классный такой вот хлопок. Люблю такие вот вещи. Натуральная ткань, никакой синтетики. Водолазка стоит 504 рубля. Thank you.
Ну, а вот и кардиган, собственно говоря, к которому я эту водолазку и заказала. То есть, если смотреть, что это такой цвет, ну, он почти черный, но это темно-синий цвет. Интересный такой крой. Рукав идет 2/3, поэтому водолазка будет видна у меня, и горлышко, и рукавчик будет виден. Вот, очень такая здесь, как на конце, знаете, вот как махровая такая вот идет манжета. Дальше оно идет с капюшоном, с большим капюшоном, а внутри капюшона тоже как махра вот это вот. На молнии большие вместительные карманы. Очень такие хорошие. Вот такая вот надпись на кармане, модная, современная. Вот. Ну и кардиган это такой удлиненный. Я его одену, вы посмотрите, как он на мне сидит. И на молнии эта вещь. Внутри он тоже как махровый. Вот, кажется, как махровый. В общем, очень интересная вещица. Надо ее одеть, примерить и посмотреть, как она выглядит. Девочки, кардиган я заказала 54 размера. Я решила, что эта вещь уже, она как бы не нательная, да, то есть ее предполагается одевать на какую-то водолазку там или кофточку, блузочку, на что-то. Поэтому я взяла уже на размер больше. И при том, что такая вещь, она все-таки удобнее, когда она просторная. Сейчас просторные вещи, вот верхняя как одежда, да, ну это в моде. При том, что здесь вот с боков, видите, есть петелечки, и здесь есть поясок. Это можно носить с пояском. Надо примерить, не терпится примерить. Кардиган этот стоит 1152 рубля. А что еще я заказала из одежды? Заказала тунику, но не такую вот, которая летняя, да, а такую немножечко на прохладное время. Тунику я заказала 52-54 размер, но такие туники, они идут как бы на 2 размера, поэтому я беру на размер в плюс чуть-чуть. Пусть будет просторная, люблю просторные вещи. Мне нравится вот такой серый цвет, вообще вот это мой любимый цвет. И при том, что у меня есть спортивные вот брючки такого цвета, у меня есть кардиган примерно такого цвета, меланж серый. И вот это вот как раз мне нравится, вот можно будет под этот серый даже кардиган, если что, одеть. Вот, здесь вот такая вот на плече, как на сбоку, да, идет такая, видите, модненькая такая штучка пришита, я вам сейчас покажу. Воротник, он обшит как будто бы как резиночкой, вот такая кайма идет, она вот как тянется. А рукавчик, он идет приспущенный, то есть вот видите, да, и рукав тоже он укороченный, здесь
Так две трети, что ли, идет. Или три четверти, я пока не пойму, пока не одену. Вот. Ну и манжетик идет здесь на рукаве. Манжет идет внизу. Здесь имеются внутренние карманы, довольно глубокие, с двух сторон. Вот они. И, в общем-то, вот такая вот просторная туничка. Вот такая вот она. Да, рукав идет, даже, по-моему, полноценный рукав идет. Как крыло идет. Ну, когда я одену, тогда мы и увидим, как, в принципе, это все выглядит уже на мне. Кардиган стоит 750 рублей. Трикотаж очень хорошо тянется. Мне нравится, когда все очень хорошо в разные стороны тянется. А еще, девочки, я решила сделать подарок для сына и невестки. Заказала вот такое вот покрывало, плюш-велюр. Размер идет здесь 180 на 200. И стоит это покрывало 665 рублей. Сейчас развернем и посмотрим. Такое нежное покрывало. Ой, вообще мягенькое такое, классное. Цвет приятный, серенький. Звездочки. Ну, я Наташу попросила, чтобы она сама выбрала покрывало, которое ей понравится по расцветке. И вот она выбрала очень прекрасную расцветочку, очень приятную. И такой вот ткань такая мягкая, прям, ой, классная. Люблю я такие нежные вещи. Вот, это им покрывало на диван. Вы знаете, все-таки приятно иногда делать своим близким подарки, какие-то приятности. И я от того, что что-то дарю, мне самой становится приятно, что им приятно, понимаете? Вот, так что, Наташа, Виталик, вот такой вот вам подарок. Но это еще не все. Еще один подарок. Также я Наташу попросила, чтобы она выбрала комплект постельного белья. Тоже это от меня подарок вам. Наташа выбрала расцветочку, размеры, ткань, которая ей нравится. Вот, выбрала она поплин. Я, честно говоря, поплин никогда не брала, не покупала. И даже не знаю, в принципе, какой он на ощупь. Поэтому я сейчас распакую, все это вам покажу, какая расцветка, какая ткань. Посмотрим. Размер евро, евро 1. Это 100% хлопок. Стоит этот комплект 1665 рублей. В комплект входит пододеяльник 220 на 200. Простыня 220 на 240 и наволочки 2 штуки 70 на 70. Ну, вообще, постельное белье вот этой фирмы «Весна» мне очень нравится. Я брала и уже и сатин, и бязь вот этой фирмы. Хорошие очень и ткани, приятные на ощупь, и пошив хороший. В общем-то, я довольна, никаких нареканий у меня нет. Довольно-таки симпатичная расцветочка, мне очень нравится.
простынь, она идет однотонная. Хорошо прошиты швы, все очень ровненько прострочено, прекрасно. Однотонная она идет с двух сторон, такая приятного розового цвета. Наволочки идут вот такого цвета, серенькие, с розовой такой отделочкой. Вот, две наволочки. А пододеяльник, он с одной стороны серенький такой, а с другой стороны он идет как простынь. То есть две стороны разного цвета. И вам хочу сказать, ну, поплин ткань приятная, в общем-то, похожа на сатин. Я бы даже сказала, разницы особо как бы и нет. То есть это тоже как вариант, я тоже для себя возьму и, может быть, буду заказывать тоже поплин. Ну, по крайней мере, мне нравится эта ткань, довольно хорошенькая. Вот, в общем, симпатичный комплектик. Смотрите, как ровненько прострочены швы. Это же просто отлично. Молодцы, хорошо шьют. Вообще никаких замечаний нет у меня к качеству. А, кстати, мои хорошие, на мне тоже, кстати, вот эта туничка тоже я брала в Васильке. Довольно-таки симпатичная и очень такой освежающий, такой цвет лимончика, да? Кому понравились вещи из Василька, ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании, как обычно. Ну и все, мои хорошие, на этом я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!